Кто все были? Всем привет, всем здравствуйте. Рада вас сегодня приветствовать на прямом эфире. Тема у нас сейчас будет распаковка новой коробочки красок гелевых для этого лета. И так как у меня не работают на аккаунте прямые эфиры, я нахожусь в блоке у Инстаграм уже, наверное, 2 недели, поэтому сегодня эфир будет здесь. Сейчас будем с вами рисовать новыми красками. Вы знаете, что последние несколько лет мы краски продолжаем также выпускать, только лимитированными коллекциями. И по цветам краски, они никогда не совпадают с гель-лаковыми коллекциями. Но это по причине производства красок, они отличаются от гель-лаков, и нам очень сложно попадать в цвет, и мы решили больше так не заморачиваться, как это было там 5 лет назад. Поэтому всегда у красок это самостоятельная выкраска, это всегда самостоятельные оттенки. Вот, пока все присоединяются. Так, красочки. Сейчас я вам покажу оттенки. Сейчас я их раскладываю. Цвета очень классные, поэтому кто любит работать красками, вот в этом году, спасибо Ане Околот, она принимала активное участие в разработке этой коллекции. Жалко, что сегодня она не может быть на прямом эфире. Коллекция получилась, правда, классная, прям вот, и такая она и весенняя, может быть, и летняя, здесь есть и спокойные цвета базовые, и есть оттенки, которые прям вот сочные, тема лета, и тренд неон, он здесь тоже отображен, потому что есть пара ярких цветов. Не успеваю следить за новинками. Ну, смотрите, сегодня эфир это для тех мастеров, кто любит красками работать. Потому что все равно вот последние 5-6 лет, да, даже 7 лет, такая жесткая эра гель-лаков. Гель-лаки отжирают большой объем на себя. Много мастеров классических даже, кто раньше работал только с жесткими гелевыми системами. Сейчас в обслуживании клиентов все больше и больше применяют гель-лак. Вот. И не только для моделирования гель-лак используют, но и также используют для покрытия. Вот. Но вас, кто любит краски, еще очень много. И поэтому мы продолжаем выпускать краски, но у нас мы их не держим в ассортименте в основном. Мы их выпускаем ограниченную партию и потом только уже делаем следующую. В среднем у нас в год выходит 4 коллекции. Смотрите, в среднем выходит 4 коллекции красок гелевых. Сейчас мы стали выпускать их по 5 грамм, потому что поняли, что делать набор по 2 грамма это все-таки очень маленький объем. Вот, поэтому мы вернулись к объему 5 миллилитров. Вот, кто не в курсе, мы сейчас вернулись к объему 5 миллилитров баночки. Вот, поэтому если вы покупаете набор красок, то вам этого объема хватит вот прям... Год точно вы им отработаете, если не на дольше. А этого, в принципе, как правило, достаточно, чтобы отработать не один сезон, вот, а там 3 сезона отработать и, например, покупать новую коробочку. Да-да, это просьба мастеров была, что Катя, 2 грамма очень мало. Вот, поэтому мы вернулись к 5-граммовым банкам. Вот. Есть, конечно, у нас краски, которые идут еще в 2 граммах. Вот. Вы знаете, что у нас есть краски. Это просто бестселлеры. Вот уже сколько лет. Сейчас я покажу. Это конфетти, бестселлер и суперстар. Это краски с блестками, они такие универсальные. Конфетти это прозрачная коллекция, суперстар это плотные. Так, ну все, давайте показываю. Вот она коллекция новая. Классные оттенки, смотрите. Сейчас, кто присоединился, только еще раз повторюсь. Не так давно, где-то 2 недели назад, поступила в продажу коллекция весна-лето гель-лаки. Да? Кто не в курсе, гель-лаки. Вот. И, как правило, у нас всегда чуть попозже стартует коллекция красок.
Вот в этом году коллекция красок выглядит у нас вот таким образом. Тоже очень сочная, классная. Сейчас я фильтр отключу, девчонки. Так, как отключить фильтр? Все, вроде отключила. Название у нее Emotion. Очень крутая коробка. Я как потребитель эстетики купила бы этот набор только ради вот этой красоты, ради вот этой красивой коробочки. Очень классная коробка. Сейчас мы с вами будем рисовать. Будем пробовать новые оттенки. Еще раз повторю, 5 грамм. В среднем у Эми выходит 4 коллекции в год красок, 4 коллекции. Поэтому кто любит краски, отслеживайте просто, потому что они всегда выходят лимитками. Потому что сейчас потребление красок очень маленькое, и нам невыгодно поддерживать их в ассортименте. Вот, поэтому мы их выпускаем лимитированно. Вот сейчас в феврале вышла коллекция, да, Emotion, следующая выйдет ближе к лету, вот, и, как правило, лимитка, она заканчивается буквально за месяц, за два, вы ее через два месяца уже не купите, вот, поэтому, если любите краски, вовремя следите за стартом продаж, чтобы успеть купить, тем более сейчас теперь по 5 грамм баночки, вам будет хватать не на один сезон, смотрите. Это будет хватать на сезона 3. Так, ну давайте достаем наши баночки. Итак, почему многие мастера, и я в том числе, если, например, вопрос касается французского покрытия, то, конечно, французское покрытие, френч, цветной, бесспорно лучше рисовать красками, потому что они менее они более тягучие, ими комфортнее делать линию улыбки, и они дают более тонкий слой. Вот согласны с этим? Ну и плюс вы должны понимать, многие не обращают на это внимания. Краски гелевые, они по себестоимости дешевле, чем гель-лаки выходят, потому что у них расход меньше. Из-за этого себестоимость ниже. Вот. Просто многие про это забыли, вот, а краски, они выгоднее. Очень жаль, что в красках не будет карточек. Да, нужно. Девчонки, хорошая идея. Я предложу это маркетингу, чтобы мы в следующей коллекции сделали тоже какую-то развлекательную штуку, в том числе вот такие карточки. Давайте. Хорошо, отлично. Будем делать. Поштучно, к сожалению, нет, девочки. Мы продаем их лимитками. Здесь по 5 грамм. Достаточно хороший большой объем. Вот, хватит для работы на не один сезон. К сожалению, поштучно мы не можем их выпускать. Это, честно, нерентабельно. Сейчас продаются только гель-лаки. Вот, в больших объемах там это рентабельно делать. В красках нерентабельно. Так, ну что, поехали. Итак, давайте я на примере французского маникюра, да, буду показывать. Первое, да, за что любят краски все, это французский маникюр. Бесспорно, французский маникюр комфортнее, быстрее и выгоднее делать именно красочками. Нет, смотрите, девчонки, так как тренд на фэшн-фактуры, он сейчас сбавил обороты, вот, поэтому, конечно, мы сейчас последнее время, ну это последние уже года три, мы не выпускаем эмпасты в цвет красок. Вот, поэтому колеруем. Колеруйте сами. Здесь сложности нет в этом. Если нужны те же неоновые оттенки эмпаст, классическая неоновая эмпаста, она есть в наличии, она всегда поддерживается в ассортименте. Вот. Ну, так как краска, в принципе, хорошо просыхает, если, например, френч очень маленький, короткий, то я стараюсь нарисовать в один слой, чтобы повторно там, если пройтись, то буквально там два нажатия сделать, и все. Если
Если, например, френч длинный, да, и ногти длинные, то в этом случае два тонких слоя наносите, чтобы и расход был маленький. Вот, в этом случае наносите. Так, этот цвет был мармалады. Влажные салфетки нужны. Joy. Краска, ну смотрите, для стемпинга все равно нужно что-то более плотное, чем просто краска гелевая. Вот, поэтому лучше брать эмпасту. Вот, но все равно, я, например, стемпинг делаю нашими лаками. Я гель-лаками эмпасту только иногда использую. Вот, мне нравится стемпинг лаками делать. Так, здесь можно сделать какой-нибудь. Очень люблю делать радужные френчи. Смотрите, сделали. Чистите кисточку. Краску можно использовать на ногти, смоделированные гель-лаком. Смотрите, можно. Но здесь самое главное условие должно быть какое. Вы должны делать нормальное моделирование этой базы, чтобы ногти были толстые, крепкие, чтобы они не гнулись. Вот. Плюс дисперсионная пленка должна быть у базы, потому что базы, они имеют свойство гель-лака пересыхать, и у них она сухая дисперсия, и тогда адгезия не произойдет. Вот. Ну, в этом случае можно либо зашлифовать базу, прям шлифовщиком снять глянцевый блеск, вот. Либо пройтись дополнительно, промазать тонким слоем, чтобы была дисперсия. Короче, краску можно использовать для совмещения с гель-лаком, но она должна ложиться на дисперсионный слой. На дисперсию она должна наноситься. Либо на запиленную, зашлифованную поверхность. Вот. В этом случае краска отлично тогда носится, тогда все окей. Был вопрос по поводу стоимости. Найди. 2500 стоит набор. Вот. Ну а здесь баночки по 5 грамм. Еще один оттенок очень красивый. Addiction. Причем он сам по себе просто очень хороший, базовый. Такой вот прям то, что надо. И не сильно пастельный, и не сильно темный. Хороший, сочный для лета. Принеси мне какой-нибудь пигмент светлый. Олю попросишь какой-нибудь пигмент светлый. Техника радужного френча – это одна из самых первых техник, тоже благодаря которым я стала популярной. Да, вот литье и радужный френч – вот это в сочетании был дизайн такой, прям отвал башки. Еще и ногти, помню, тогда длинные делали, моделировали. Это вот сочетание было прям очень классное. Ну, сейчас французский маникюр делают реже клиенты, да, сейчас чаще все-таки покрывают под кутикулу. Вот, но все равно много клиентов, кто делает французское покрытие. Все сушим. Вот, на французское покрытие можно сделать какой-нибудь пигментик, либо глиттер. 175-й пигмент, это, наверное, самый популярный пигмент, потому что он золотом отливает. Так, чем бы втереть? Ну, можно взять либо сухую кисточку, но у меня нет сухой кисточки, у меня здесь есть кисточка такая. Ну, чтобы делать втирку на краску, ее важно не пересушить, поэтому будьте внимательны.
И здесь, если делаете втирку на френч, очень важно, чтобы она потом за топом не поползла. Поэтому вот так вот убираете излишки обязательно с торца. И можно, прежде чем покрывать, смотрите, проходите сначала отдельно чуть-чуть френч полусухим топом. Но я хочу использовать сейчас шармиконы, поэтому мне нужен теклос. Посмотрите. Так, сейчас пока мне текло снесут. Вот, а здесь можно продублировать. Смотрите, дублируем еще раз бирюзовый цвет. И тоже можно чуть-чуть, прям вот, знаете, вот капелюсечку. Прям вот, прям совсем чуть-чуть. И тоже вот так вот полупрозрачно вот эту границу растянуть. Вот гель-лаками такое сложно делать, потому что гель-лаки, когда вот так полупрозрачно начинаешь размазывать, они слишком прозрачные. Вот недостаток у гель-лаков, это как раз, какой бы плотный гель-лак не был, они все-таки прозрачнее краски. Краски намного плотнее. Все, вот видите, хороший градиент получается. Смотрите, у нас для френча есть две кисточки, 6 и 4. Я привыкла работать шестеркой, что считаю, чем больше и шире кисть, тем быстрее вы рисуете френч. Ну, кому-то, например, дискомфортно и работают очень много четверками. Вот. Ну, а кто-то тонкими кисточками рисует френч. Вот, я считаю, что быстрее нарисовать вот такой кисточкой. Так. Смотрите, чтобы блестки не поползли на ложе, я всегда сначала прохожусь вот так вот отдельно френчик. Смотрите. Ну, во-первых, чтобы потом с него не скалывалось ничего, потому что пигмент — это такая штука красивая, но очень капризная. Вечно с них финиши скалываются. Поэтому можно сначала отдельно запечатать торец. Все, обязательно надо вот кисточку, прежде чем опускать в бутылечек обратно, на всякий случай почистите, чтобы у вас топ потом не был весь в блестках. Краски очень классные, коробочка, смотрите, какая крутая. Вообще, прям огнище. Все, и теперь вы спокойно берете уже слой теклоса, видите, спокойно наносите уже на весь ноготок, и мы видим, что у меня ничего не ползет никуда, потому что все запечатано. Так, ну, у нас декораций вышло очень много классных. Давайте возьмем Nail Dress Grunge, я очень его люблю, и дополним, например, Nail Dress, наш радужный френч. Сейчас думаю, что приклеить. Надо что-нибудь просто в центр приклеить. Ну, вообще, к французскому маникюру, наверное, такое не очень пойдет. Да, давайте вот лучше такие кляксы сделаем, роскошно. Лучше, короче, вот такой шармикончик. Ну, тогда, раз я решила шармикончик клеить, нужно нанести теклос. Так, я еще не все оттенки открыла. Смотрите, очень классный желтый. Сейчас покажу. Видите, здесь оттенки есть такие спокойные, но яркие, а есть оттенки
неоновые, потому что мы и в гель-лаках сейчас, и в красках тренд неона поддерживаем, потому что это тренд такой долгоиграющий, и нужно постоянно в коллекции, чтобы было несколько неоновых оттенков. Вот. Ну, фуксия, она не неоновая, такая прям классическая фуксия, красивый оттенок, называется Фантом. И название очень красивое. Фантом. Еще раз напомню, баночки идут по 5 мл. Это очень удобно. Так. И вот здесь дополнить можно... Ну, давайте что-нибудь вот из этого сделаем. Ну, туда можно цепочечку вот эту наклеить просто по центру. И все. Французский маникюр. Вот раньше его делали там с цепочками. Вот. Сейчас, вернее, с цветочками. Вот. Сейчас в основном французские маникюры его делают либо с какой-то геометрией дополнительно, вот, либо с абстракцией. Потому что, ну не знаю, для меня сейчас делать цветочки и французский маникюр имеет место быть, но мне кажется, это уже не модно. Все, поэтому лучше вот. А краски будут только набором? Краски только набором, я уже говорила, потому что поштучно мы не продаем краски уже давно. Поштучно у нас это есть базовые цвета, но их очень мало, потому что сейчас объем красок потребления очень сильно снизился, и их по штучке нерентабельно выпускать. Вот, поэтому... 4 раза в год у нас выходят вот такие наборы. Сейчас они будут по 5 грамм выходить. Это очень удобно. Так, а здесь просто добавим кляксочку какую-нибудь. А сколько по времени сушить топ перед шармиконом? Санкт-Петербург мне упорно звонит. Так. Обожаю этот шармикон. Я его прям ждала. Вот. И здесь можно, кстати, из этого добавить... Давайте евро приклеим. Вот. Ну, французский маникюр, еще раз повторю, сильно прям не дополнишь. Он такой, как правило, достаточно самодостаточный вид покрытия. Поэтому сейчас, если брать современный френч, то его лучше либо вообще не дополнять, особенно цветной, вот, либо какими-то такими универсальными штучками. Кляксу, понятно, что ее можно самим нарисовать, но не все ж такие. Я, конечно, эти кляксы... Господи, что со мной сегодня? Я, конечно, кляксы последний год рисовала вручную. Если вы пересмотрите все эфиры за последние 1.5 года, то я их рисовала. А вот в этом сезоне решила сделать шармиконы, потому что, блин, это удобно. Вот. Какие мы еще цвета с вами не пробовали? Давайте сделаем желтое покрытие. Желтый цвет. Видите, вот краска, в отличие от гель-лака, она очень пастозная, она не растекается. Очень удобно для начинающих мастеров. Но тоже зависит от цвета. Там, например, неоновые краски, они более густые, да? Более пастельные, они чуть пожиже. Но они все равно, мне кажется, намного меньше текут под кутикулу.
они намного меньше текут под кутикулу. Вот, и здесь можно, например, вот эти два оттенка по-мокрому добавить. Вот, чтобы по-мокрому добавить, я сейчас предлагаю еще раз желтый нанести. Желтый – это шокинг. Потом возьмем фантом. И добавим чуть-чуть сирен. Или сирен. Как что придумать, что я, не знающая английского языка, выговорить не могу. Ну, сейчас я такой более тонкий слой наношу. И сейчас по-мокрому можно добавить. Единственное, конечно, я бы хотела веерную кисточку. Сейчас у меня ее под рукой нету. Сейчас я такой. Сейчас сделаем какую-нибудь... Абстракт. А краска на ноготочке не будет трескаться? Краска может потрескаться на ноготочке, это если вы ее нанесли на гель-лак, который просто помазали, базу гель-лака. Вот, если вы базу гель-лака сделали с нормальным моделированием, то трескаться ничего не будет. Краска ими, она достаточно эластичная. Так, сушим. А, ну, сирен, да, я правильно прочитала. Нет, если у вас краска скалывается, значит, вы плохое сделали моделирование. Вот, понятно? Краска здесь вообще ни при чем. Что вот кто-то здесь написал, что покрываю себе ногтевую пластину краской, надолго не хватает. Краска – это всего лишь завершающий этап, тонкий. Если у вас не держится, это у вас, значит, там, что вы, не знаю, тонко базу нанесли, не смоделировали. Вот краска здесь вообще ни при чем. Краска Спортшик. Там используется белая паста, да, она такая с крупинками, но здесь абсолютно ничего, ну как страшного. Вы сушите, полимеризуете, и все нормально, оно выравнивается, финишем покрываете, там вообще ничего не будет. Вот это просто структура пигмента белого, так как Спортшик это практически такие белые-белые-белые оттенки краски. Вот просто не обращайте на это внимания, потому что паста пигментная, она бывает разная протертость и разный размер в том числе. И вот белый, когда его очень много, вот конкретно в Спортшике используется такой белый на титановой основе, что он вот как маночка такая. Но опять же, он полимеризуется, и вы этого не видите. Это видно только, когда покрываешь. И то это настолько неосязаемо, потому что это же не глиттер и не пигмент, это паста пигментная. Так, давайте вот этот сиреневый добавим из этой же коллекции. Так. Я очень люблю абстракции делать. Сейчас мы ее частично добавим. Вот конкретно абстракцию очень удобно делать красочками. Все, чуть-чуть добавили такой акцент. Все, сушим. Эфир сохранится? Эфир сохраню, но только я его выложу не здесь, а выложу его у себя на аккаунте. Так, также предлагаю покрыть теклосом. Ой, сейчас, секундочку, девочки. Блин. Теклос.
Ну, здесь, если что-то добавлять, можно вообще ничего не добавлять. А можно добавить, например, вот очень классный шармикон. У меня были шармиконы, вот здесь они все с номерами подписаны. Откуда вот эти без номеров? Сейчас вот номера под рукой нету, девочки. А, здесь. Вот номер 172, скетч. Ну, это самое популярное сейчас направление в декорировании, особенно в интерьерном, в картинках, в постерах. Это техника One Line Art, в одну линию. Она хорошо для абстракции заходит. Мы уже который сезон постоянно делаем шармиконы в этой теме. Ну, прикольно, потому что они не сильно перегружают композицию. И дополняют. Кто, кстати, ждал очень давно про какой-то парикмахера говорят. Кто ждал давно вот эти шармиконы? Мы их сняли с производства. Вот, их долго не было в продаже, но очень много просили вот эти фразы вернуть. Я не помню, какие у нас раньше номера были у этих фраз. По-моему, 94-95. Сейчас они идут под номерами 179 и 180. Свекровь-парикмахер. Гель-краски все время идут пятнами. Хотя была на больничном. Видимо, на ногтевой пластине накопилась химия. Гель-лак нормально, не пятнами. Это зависит от цвета. Бывают, как и гель-лаки реагируют на выпад натуральной пластины, потому что все равно абсорбируют очень сильно базы гель-лаковые, вытягивают жиры из ногтевой пластины. Вот. И также бывает, что краска тоже может реагировать. Может реагировать на вот этот впитываемый выпад из ногтевой пластины. Вот. Это все зависит от пигмента. Но такое чаще всего бывает на каких-то красноватых оттенках, что в гель-лаке, что в краске. Вот. И на таких вот оранжевато-желтых. Вот. Не у всех, но такое может быть. А эмпаста белый декор от рафинада чем отличается? Эмпаста – это очень густая. Вернее, белый декор – это очень-очень густая-густая эмпаста. Прям вот, ну, настолько вязкая, что, например, тонкие линии ей не очень комфортно рисовать. А, например, какие-то фактурные вензеля, мазковые цветы. Круто. Вот. А рафинад, он более жидкий. У некоторых девочек в наборах новой коллекции попадаются ворсинки. Что это может быть? В гель-лаке? Да. Ну, не знаю. Вот уточняют, это файбер? Нет, нет. Гель-лаки из новой коллекции, они густые очень, да, очень густые. Может быть, кажется, что это не ворсинки, знаете, а вот эта паста такая пигментная, текучая, может быть. Формы в наличии, да, они у нас сейчас в дефиците, потому что мы переделываем макету форм. Будет сейчас новый макет, вот, поэтому сейчас не могу сказать. Сейчас мы, наверное, в старом дизайне выпустим, а потом выйдут в новом, долгожданные. Так, ну мы с вами сейчас попробовали вот таких три варианта сделать. Конечно, для меня краски гелевые в первую очередь. Это очень экономный расход. Это комфортное рисование французского маникюра. Это очень комфортно покрывать под кутикулу. Конечно, изначально продукт краска гелевая, она из классической системы. Да? Классические системы, они жесткие, они нерастворимые. Краска гелевая, она эластичная, в отличие от самих гелей классических. И ее можно совмещать с гель-лаком. Но еще раз такой момент. База гель-лака в этом случае должна под краски быть выполнена профессионально, с нормальным архитектурным объемом, ребра жесткости, торец. Понимаете, краска сама по себе не трескается и не слазит. Там причина именно в плохом моделировании. Вообще сейчас
Вот я обзор закончила. Хотите, я сейчас чуть-чуть поговорю. Прям вот буквально. Сейчас себе фильтр красивый сделаю. Сейчас поговорю чуть-чуть. Сейчас вот я наблюдаю последние 2 года, даже то, что мне в директ присылают, какое-то повальное, непрофессиональное использование классических систем. И я понимаю, почему. Сейчас мастера маникюра не считают нужным учиться на моделирование, в принципе. Они считают, что маникюр, покрытие гель-лаком, все, больше ничего не нужно. На самом деле, быть мастером-универсалом и уметь моделировать – это очень важно. Даже если у тебя большой процент клиентов идет с гель-лаком, ты обязана, должна знать, как нарастить ногти, что такое архитектура, где у вас толщина должна быть по бокам на зоне стресса, какая толщина должна быть по кутикуле. Потому что настолько сейчас неграмотное вообще понимание, что такое жесткие классические гели, что у меня иной раз вот просто волосы шевелятся, когда вот присылают такие вопросы, и я понимаю, что человек вот кроме маникюра больше ничего не закончил, и его знания дальше гель-лака не распространяются. Вот поэтому, девчонки, прям призываю вас, вспомните, что такое моделирование, что курс моделирования, неважно, проходите вы его онлайн, проходите вы его на живых курсах, но в вашей голове вот эти знания, они должны быть. Вы понимаете, что это как это база, это основа. Я не говорю о том, что вы сейчас побежите и всем будете вот такие ногти длинные наращивать. Нет, но элементарно даже двоечку, квадрат, сделать хорошее моделирование получается не у всех, потому что все привыкли делать без опила, гель-лаком быстренько, трин-трин-трин. Это не всем подходит. Понимаете, от природы с хорошими натуральными ногтями рождается все равно, это маленький процент женщин. У основной массы это тонкие от природы ногти. Не потому что там я домохозяйка, много вожусь в воде, и у меня там воздействие химии бытовой идет. Нет, у меня просто тонкие от природы ногти, как папиросная бумага по толщине. Сама толщина моей пластины, она когда отрастает, ее видно, она очень тонкая. И мне, например, какой бы супер классный мастер не был, и какой бы мне моделирование гель-лаком не делали, если я начинаю делать какие-то бытовые вещи, а я, слава богу, этого не делаю, то я с гель-лаком нормально хожу. Да, могу отходить и 4-5 недель, вы видели, я хорошо хожу и с твини гель-лаковым, я хорошо хожу с нашими базами гель-лаками, потому что я ничего не делаю, у меня нет нагрузки на ногти. Вот. Хотя, если идет нагрузка, я понимаю, что мне подходит только классика, только жесткие гели. Я про вопросы так и не поняла. Да, вот пишут, что какие-то ворсинки попадаются в New Generation, девчонки. Как я работала несколькими коробками, у меня коробок New Generation наборов много уже было, они достаточно пастозные, гель-лаки. Там вот особенно неоновые, прям такие кайфовые, вообще не растекаются. Так классно ложатся, как масло ложатся. Вот. Я не знаю, какие могут быть ворсинки. Это, знаете, я когда моделирование делаю, вот если где-то недообезжирила, где-то что-то, все время там что-то где-то попадается. Особенно если пыли очень много на рабочем месте. Даже этого не замечаешь. Там салфетки бывают, берешь партию нормально без ворсовых салфеток, берешь другую, а там она вроде как первый раз протираешь хорошо, а второй раз она прям начинает уже мусор давать. Поэтому я сейчас не знаю, ответить не могу на этот вопрос, что за ворсинки. Девчонки, я не могу сейчас прям вот на все ответы. По файбербазе, да, она очень классна сейчас для вот таких, как я, для тонких ногтей. Но все равно это гель-лак.
поймите, это гель-лак. Даже файбер-база, она сейчас вообще на 100 голов выше нашей другой линейки базы. Мы сейчас будем расширять линейку файбер-баз. Я сейчас уверена, что в ближайшие месяцев 7-8, я надеюсь, мы выпустим еще оттенки файбер-баз. Мы, скорее всего, ту линейку будем сокращать, а файбер увеличивать, потому что это действительно уникальный продукт. Просто феноменальные результаты, у кого вообще ничего нифига не стоит, но я просто понимаю, что все равно это гель-лак, поймите. И, например, носить, когда хочется длину такую побольше носить и делать нагрузку прям на ногти, лучше классики ничего нет. Все равно нужен вот этот кантик запечатывающий, как в нашей школе. Вот, что вот это запечатывание композит гелем по периметру, эту же технологию практически никто не дает. Это технология нашей компании, Вера Мирошниченко. Она где-то 13 лет назад еще пособие такое выпустила. Одно пособие было арочные ногти, арочное моделирование, а второе пособие было запечатывание натуральных ногтей. Вот лучше этих технологий нет все равно. Про твини. Твини у нас есть жесткие, хард, классика в банках, а есть твини у нас в гель-лаках. Это мягкие системы, это суков, это скульптуры гель-лаковые. Вот. Ну, единственное, что под твини гель-лаковые обязательно нужно делать нормальное моделирование, потому что если вы его тонко мажете, как обычную базу, стоять не будет. Нужно делать нормальное моделирование. Понимаете, вот возвращаюсь опять все время вот к этому слову. Моделирование, моделирование, не хватает толщины. Даже у гель-лаков, понимаете, какая бы у них хорошая адгезия ни была, потому что плюс у гель-лаков, какой баз гель-лаков, у них адгезия лучше, понимаете, но вы все равно не делаете толщину не по бокам, вы не делаете толщину по торцам, и клиент, когда начинает что-нибудь шкрябать, вот элементарно, даже файбер-база, она не выдержит такие нагрузки, а классика выдержит. Новый каталог. Маша, принеси мне дайджест. Я забыла совсем, точно, надо новый каталог показать. Да, у нас в этом сезоне, как всегда, вышел новый каталог дизайнов под наши декорации и новую коллекцию гель-лаков. Там очень много идей, мастер-классов. Там также есть QR-код. Вот. Очень классный получился каталог. Как всегда, спасибо Ане Колот, потому что вот ее взгляд на дизайн, ее стилизация, вот это видение, как декорации классно можно миксовать с подобранным не просто однотонным фоном, а каким-то таким фигурным фоном. Получается очень здорово, и самое главное, просто для нерисующих мастеров. Потому что для рисующих мастеров у нас много онлайн-курсов, я всегда говорю. Много онлайн-курсов, каталоги мы для этого и не делаем, я перестала делать такие обучающие каталоги. А вот такие простые для салона, где нужно быстренько что-то, для ленивых клиентов, для ленивых мастеров, вот отлично. Он в продаже уже появился, но просто он не до всех регионов еще доехал, потому что он появился чуть позже в продаже. New Generation у нас получилось в этом году, видите, вообще мы рано стартанули, вообще супер. Представляете, 15 февраля уже стартовали с продажами новой коллекции на весну-лето. Это же вообще круто у нас. Прям в этом году мы прямо опередили себя. Вот. Ну, а каталог пришел позже, потому что вся типография переболела ковидом, они были закрыты месяц, вообще компания не работала. Вот таких, кстати, сейчас компаний очень много, кто реально вот просто закрываются, пока не переболеют все сотрудники. Вот, поэтому у нас в этом году подвела типография, и каталог уже есть в наличии, но снимите фильтр. Давайте сейчас я покажу каталог. Блин, убирайся, фильтр. Все? Убрала, да? Давайте покажу эту красоту. Просто необыкновенные. Нюдовая коллекция? А, это тут уже кто-то нас слышал меня на эфире. Не буду говорить. А то сейчас скажу вам, наобещаю, а вы потом моих дистрибьюторов будете мучить.
выйдет. Классная коллекция. Вообще такая хорошенькая. Мне нашу нюдовую коллекцию, которая будет у нас, не знаю когда. Ну, дай бог, чтобы была там в конце весны. Может быть, в начале лета будет нюдовая коллекция. Не могу точно сказать. Вот. А то это я проговорилась. Но она будет прям вкусная. Вкусная. Прям я на нее смотрю, мне хочется все эти цвета есть, кушать. Да. Дайджест у нас вот уже который сезон делает Аня Аколот. Вы знаете, что это в команде у нас сейчас ведущий технолог, который работает вместе со мной. Вот. И у нее получаются вот прям роскошные каталоги для мастеров, работающих в салоне красоты, когда нужно сделать быстро. Вот. И у нее очень классная подача наших декораций, потому что, видите, она даже покрытие такое делает, которое не занимает много времени. Видите, нет подкутикульных покрытий. Нет, здесь встречаются, конечно, дизайны подкутикульные, да, но их мало. И за счет этого сокращается время работы. Вот вы согласны с этим, что, ну так, здесь однотонные варианты дизайна. Ну, смотрите, сколько примеров простых, несложных. Вот, и когда она раскладку делает на ногти дизайнов, они получаются без огромного количества покрытий. Ведь очень много мастер-классов. Здесь, кстати, есть QR-код в этом каталоге, вот, имейте в виду. Вот, по QR-коду тоже можно посмотреть несколько мастер-классов прям из этого каталога. Короче, море идей и очень быстрых. Именно с новой коллекцией декораций и с новой коллекцией гель-лаков. Ну, еще не все коллекции декораций у нас вышли. Вы знаете, мы всегда их делим на два выпуска. У нас первая стартует всегда часть зимой. Вот, и часть шармиконов выходит всегда уже где-то в середине весны. Это чтобы вам... чтобы не шокировать вас в начале сезона. Я не считаю, что у нас нет дизайнов для клиентов 45-50+. Вот, абсолютно. Всегда у нас в любом каталоге есть вот такие дизайны, которые через тему брендового маникюра идет. И здесь для клиентов, для таких вот 45+, очень много базовых вариантов. Вот просто вы так акцентируетесь очень сильно. Ой, у вас только молодежная, и как с этим можно работать? Слушайте, сейчас 40+. Клиенты настолько хорошо выглядят и молодо в тенденциях вообще современной моды, девочки. Ну, мне вот через 2 года будет 40. Ну, я себя не считаю такая, знаете, я 40-45+, и вообще я буду делать только вот что-то очень такое, бабушкино. Вот, поэтому вы зря. Вы в первую очередь сделайте себе маникюр. Сделайте себе маникюр для ваших клиентов, которые 45+. И вы увидите, что они тоже захотят что-то чуть-чуть посовременнее. Хотя в каталоге, видите, много есть таких базовых вариантов дизайна. Мы не забываем за клиентов, как вы говорите, 45-50+. Хотя вот когда мне сейчас уже скоро будет 40, я вообще не считаю, что это какой-то бабушкин возраст. Сейчас женщины, они помолодели, вот поймите. Они реально помолодели. Сейчас женщина в 50, она одевается, ведет образ жизни и выглядит так же, как и девочка в 25. Вообще нет разницы. Ни в прическе, ни в макияже, ни в одежде. Ну вот поймите, я не знаю, почему вот сейчас какие-то такие есть установки у многих мастеров. Смотрите, вот есть много вот таких в стиле эко. Абсолютно подойдет под любой возраст. Ну, смотрите, такие спокойные базовые варианты. Поэтому не убивайте меня этим вопросом, что же делать с клиентами 45+, 50+. Вообще. Сейчас они в 50, блин, да сейчас, сейчас вообще женщины в 50+, в 45+, блин, очень сложно определить возраст, очень. Сейчас современная косметология, инъекционная косметология, аппаратная косметология, вы поймите, она сейчас творит чудеса. У женщины возраст продлился, мне кажется, на 20 лет. Раньше женщина в 40 реально была бабушка, она была бабушка.
У нас уже в 40 лет внуки. Моя мама бабушкой стала в 42 года. Сейчас определить возраст очень сложно. Спасибо современным технологиям в косметологии. Поэтому это вы зря, девочки. 50 – это, к сожалению, уже сейчас. Ой, фу, что это я, к сожалению, говорю? Это абсолютно не возраст. Это, ну, я не знаю, это только рубеж такой, полжизни человек прожил, он еще молод и горяч. И вот, как вы сейчас видите, в дайджесте очень много спокойных базовых вариантов. Я успокоила мастеров, кто там про 45+ говорил, что много спокойных базовых вариантов есть. Понятно, что есть такие классные молодежные, я их обожаю, но мы делаем также и спокойные, более универсальные. Очень много мастер-классов, так, и вот он, этот QR-код. Мне очень нравится фотосессия. Как вы вообще отнеслись к нашему концепту? Я когда разрабатывала концепт на следующий сезон, однозначно стоял вопрос, какая модель мальчик у нас будет. Кто бы там мне не писал и не ругал, что маникюр мужской – это плохо. Я не считаю, что это плохо. И мы специально, смотрите, взяли мальчика с очень красивой ногтевой пластиной. И мы не делали ему, понятно, цветного покрытия. Но посмотрите, как прикольно вписываются просто декорации. Вот, например, QR-код, какой-то там штрих. Мне очень нравится. И вот идея вписать мальчика вот в этот футуризм космический. Тема вообще новая, которая вот звучит у нас. Так, так, так. А, ну я и без фильтра сегодня нормально. Бывают дни, когда, видите, и фильтр не требуется. Как вам новая концепция? Расскажите мне с мальчиком. Мне очень хотелось мальчика добавить снова, потому что мы добавляли его в Биурбан, и мы эту тему продолжаем, потому что мне нравится, как на современных мальчишках. Я не говорю, что вот мой муж не будет никогда делать, конечно, маникюр с какими-то наклеечками. Даже сын мой, моему сыну 16 лет, тоже этого не будет делать. Это все зависит от образа жизни. Потому что вот кто сейчас это делает? В основном это делает Москва, Питер, и это в основном какие-то мужчины-дизайнеры, фотографы, музыканты. Да, тема вообще. Это называется, смотрите, спортивный футуризм. Вот если Биурбан мы когда разрабатывали, там я взяла тему такую города, урбанистическую, да, но через призму современности такой вот. Вот, то здесь мы больше ушли в спорт, в капсуле мы вообще очень сильно ушли в футуризм. Но мне просто сейчас это очень нравится, потому что я учусь на современного художника, и тема современного искусства – это сейчас тренд в ногтях, я говорю именно визуализации на ногтях, причем это не последний год абсолютно, просто вот для меня тема авангарда сейчас очень близка, и вот тема в авангарде футуризм, что авангардом можно назвать очень много течений и направлений. Вот сейчас мы выбрали вот такое направление – спортивный футуризм. Какой базой вы пользуетесь? Смотрите, у меня ногти сейчас классические, сделаны полностью классической линейкой Эми. И у меня база нанесена супербонд. Вот хотите, я покажу свои ногти? У меня, правда, тут уже отросло. И знаете, вот мне когда пишут за супербонд, у нас же его не было в продаже где-то год или полтора года. Мы переделывали формулу, там, потому что какое-то вещество закончилось, его нет в наличии у поставщиков, и нам пришлось делать новую базу, базовую под классические системы. И вот иногда прилетают такие сообщения: ваш супербонд говно, у меня все отслоилось. Я говорю, это не супербонд говно, вы просто привыкли к гель-лаковым базам. Вот вы к ним привыкли, что эти базы гель-лаковые, да, вот у нас есть база, сейчас покажу, какая супербаза, Эмилак. Она держится даже на самых поганых ногтях, просто с идеальной адгезией, да.
Вот, смотрите мои ногти, да? У меня здесь классика, у меня здесь сделано классическое наращивание, видите, у меня арки, и, ну, здесь уже так нормально отросло, и у меня здесь база супербонд для классики, для классических систем, это нерастворимая база, вот, но классика, как я уже говорила, ей нужно уметь работать. Где-то маленький натек, где-то не допилили, где-то положили лишнюю толщину. Классика не терпит ваших непрофессиональных ошибок. Она не терпит недопиленных ногтей. Она не терпит ошибки в толщине, на стресс-зоне, возле кутикулы. Понимаете? А в архитектуре ошибок не должно быть. А базы гель-лаковые, они, конечно, скрывают все недостатки мастера. Вот я так говорю. Вот, например, база Эмилак. Просто бешеная адгезия. Вера Мирошниченко во многих курсах по маникюру и педикюру мы говорим, что база подходит даже для протезирования. Вот кто понимает, о чем я говорю? Она даже для протезирования отлично подходит. Конечно, если мастер там налил, перелил, залил, все будет носиться, это особенность гель-лака. Она по кутикуле, базы вот эти стоят, даже если залил и облил там все, она не отслоится по кутикуле. Вот, поэтому у меня супербонд, но у меня, посмотрите, как роскошно стоит, потому что у меня грамотное сделано моделирование. Посмотрите, как у меня тонко нанесен и запилен материал. Посмотрите, у меня там вот даже перехода нету. Посмотрите, какой мягкий переход. А все ж фигачат, привыкли, что можно налить, залить, перелить, не пилить, и все шикарно стоит. Потому что это гель-лаки. Вот, короче, надо заканчивать. Очень большой эфир получился. Так, еще раз, тема у нас сегодня была новая коллекция красок. Вы знаете, что краски мы не убрали с производства, мы их выпускаем только лимитированными коллекциями, лимитки, 4 раза в год, баночки по 5 грамм, только наборы. Да, девочки, идем учиться на моделирование, девчонки, особенно вот кто начинающие мастера, молодые. Нужно уметь моделировать, нужно хоть какой-то курс по моделированию закончить, нужно уметь. Текстон, ой, блин, это моя боль, девочки. Текстон несколько лет не продавался, а сейчас, так как у нас началась тема футуризма, он резко закончился. Ну, должен. Сейчас и цветной я решила текстон вернуть. У нас сейчас мы чуть-чуть продаем, попродаем еще цветной текстон, решили вернуть. Я сожалею, что я ответила не на все вопросы. Вот. Пишите мне в директ туда. Эми Мирошниченко. Все, всем пока-пока.